Всем привет, ребята! Сегодня будем рисовать красивую надпись по колбасах. Давайте начнем. Сколько я опять буду много рисовать? Секунду. Я вернулся. Так, продолжаем. Что там дальше? Я пишу на английском, потом напишу на русском еще. Так вот. Я плохо рисовала. Вроде идет вот такая же. Или это, или другая парабола. Чик-чик, чик, чик. Да. Вроде так пишется, а теперь давайте раскрашивать. Я буду раскрашивать слово «правил» вот таким цветом. А «Старс» уже такой. Так, закрываем фломастер и открываем красный цвет. Вот так сделаем. Так. Я камеру отвел. Я старался придумывать. Я, если честно, только что на ходу придумал. Просто решил записать видео. И сразу пришел в голову про Бравл Старс. И пришел в голову сделать Бравл Старс. Ну, надпись Бравл Старс, имею в виду. А теперь на русском. И так, где фломастер? Вот все. Это не та сторона, все. Также допишется бы. Я давно печатными просто не писал. Ой, блин, сейчас ошибка была. Теперь придется делать так и вот так. Вот такая Л. Так, теперь с. Да. Да. Бравл Старс. Теперь скрасим. Так. Вот те же цвета я буду использовать.
Браво. И последние секунды остаются. Надо быстро раскрасить. Так. На этом будем заканчивать. Всем удачи и пока.